Снимаем трета. Камера. Мотор. Поехали. Ред – очень классная собака. Это супер-мега-пёс. Это все сказано. Что Тред действительно очень потрясающая собака, очень крутой пес. Действительно круто, что он вместе с нами тренируется, что вообще он двигается очень круто, делает такие вещи, которые даже люди некоторые не могут делать и просто даже не задумываются о том, что они это могут, а собака может. Это действительно круто. Я хочу вам пожелать действительно здоровья большого, чтобы он также занимался, продолжал заниматься этим делом. Это очень круто. Собака-паркур. У меня как-то спросили, что такое собака-паркур. Представляешь, как ты будешь убегать, если будет собаки, которые прыгают по забору? Ну, я ответил, это будет интересно. Это действительно круто, да, это уже будет новый уровень, новое развитие какое-то. Действительно очень круто. Классная собака. Мы очень сдружились, мы понимаем друг друга. Да. Я думаю, что это вообще потрясающая собака, потому что он очень добрый, умный. То есть ни разу я не видел, чтобы он кого-то кусал или проявлял агрессию. Он себя понимает сюда. С ним очень приятно работать. Даже тренироваться, снимать видео. Я считаю, это очень здорово, что не только люди, но и животные могут перемещаться и делать это рационально. Здорово это все. Я никогда не думал, что собака такой породы может быть настолько добрая. Вот. И в жизни собачка прыгает гораздо лучше, чем вот на экране.